Здравствуйте, хотим сегодня вам показать, посылка у нас пришла хорошая, большая, весит 650 грамм. Мы хотим показать, что в ней и рассказать, что это такое. Будем открывать. Какая посылка. Ребята, это пришло у нас посылка из сюрприз-бокс. Это есть такой новый сайт, где можете выбрать подарок для себя, для детей, для друзей, для кого угодно. Сейчас мы ее откроем и посмотрим, что же там в ней. Ссылка будет внизу с видеоролика, если вы захотите себе заказать такой же сюрприз-бокс. Смотрим и открываем. Запечатана очень красиво ленточка и очень крепко. Сейчас же мы откроем и посмотрим, что в этом сюрприз-боксе. Распечатываем. Запечатано очень хорошо и очень крепко. Ищем, где же дальше распечатывать, чтобы красиво нам распечатать. О, а внутри опять большая коробка. И что же будет у нас в этой коробке? Интрига. Дальше распечатываем. И теперь смотрим, что же будет в этой коробке. Вау! И теперь мы внимательно посмотрим, что в коробке. Это камера на телефон. Увеличитель на телефон такой. Вот, смотрите поближе. Дальше смотрим. Что же это? Это подставка для телефона или для планшета. Можно и к телефону, можно и к планшету. Смотрите. Дальше смотрим. Это часики Adidas. Давайте попробуем включить. Вот такие вот часики. Все работают. Пока вы... Дальше смотрим. И это... Колонка, ребята. А нет, это не колонка. И к нему можно подключать телефон по Bluetooth. И вы сможете общаться. Давайте же теперь будем открывать все, что нам пришло. И смотреть. Вот такая вот пришла колоночка. О, так она голубенькая. Синяя даже, темненькая такая. Интересно, есть для зарядки. Есть флешку вставлять. Сюда можно прикреплять телефон. Давайте попробуем. Ой, нет, что-то он не крепится. Не крепится телефон, не знаю, в чем дело. Тут можно включать, выключать, переделывать. А сейчас посмотрим, может, отклеивать надо и правда. Не, тут это уже мы порвем. Вот такой, посмотрим теперь, есть или нет зарядник к нему. Ой, ребята, тут зарядник. Наушников нет. Тут есть зарядник для компьютера, USB, шнуры и документики. Можно подключать к телевизору. Теперь посмотрим, откроем подставочку. Что же пришла за подставочка и какого же она цвета? Ой, ребята, и она опять голубая. Что-то только по качеству она вся рассыпается. Уже отвалилась ножка. Ну, давайте вставим ее. И посмотрим, как ее открывать. Вот так вот. Давайте попробуем поставить. Ой, только, ребята, что-то она отваливается. Ты смотришь, что видно было. Ну, вот так вот оно стоит. Ну, это вторая вещь. Поставим здесь, пускай стоит. Теперь посмотрим третью вещь. Это тоже на телефоне. Можно хоть куда-то. Вот такая вот камера. Увеличительное зеркало. Увеличительная камера. А что с ней делать надо, я даже не знаю, если честно. Тут мешочек. Это ложить, наверное, все. Слаживать. Потом линзы, разные линзы идут. Это крышечка. Крышечка на линзу. И вот так вот она крепится к телефону. Туда или назад. Да. И можно снимать все, что вы хотите. Если вам понравилось видео с этим сюрприз-боксом, ставьте лайки и подписывайтесь.
Пока-пока!